Всем привет, YouTube привет. Рассмотрим посылочку, которую мне подарили за обзор вот этой лампочки, так сказать, немножко вблизи. Значит, что мне тут придарили? Ну, самое, так сказать, на мой взгляд, интересное, это очки. Вот я их коснусь потом подробней. Вот такой крючочек. Они планируется на сайте как аналоги. Вот. Вот таких два крючочка прислали. Значит, один новый хвостик. Он такой. Вот можно руку как бы гнуть, он гнется. Я понимаю, что это как бы не плюс. Ну и вот такой вот видный крючочек. Ну, вроде как острый, но не очень он острый. Я люблю более острыми крючками работать, вот его окончание. И вот они, окончания, которыми я работаю. Практически ножик. То же самое, вот он мой крючочек. Окончание. Да что ж такое, наводись. Эй, ну вот. А вот я приобретал как-то тоже окончание, это А1. Аналогичный, так сказать, крючочек, у них окончания вот такие. Ну, как говорит, дайному коню в зубы не смотрят. На самом деле, большое спасибо. Вот, я считаю, что хороший, приятный подарочек мне к Новому году прислали. Вот, вот эти крючочки. Сколько тут? 5 и 5, 10 клея ультрадентовского, насколько я понял, или дентка, не помню. Сейчас врать не буду, по-моему ультрадент. И, честно говоря, насколько я понял, вот, это вот смывка клея. Ну, я ее открыл, понюхал, гадость редкостная. Я вот чем пользуюсь, вот такой святой водой. По-русски спиртом. Вот. Почему? Потому что, ну, честно сказать, возможно, так, вот эта жидкость и отклеивает очень хорошо и все красиво, но я сейчас как бы не буду этим заниматься, поскольку у нас тут немного зима. Вот такая красота везде. Вот. Здесь все красиво по-зимнему. Вот, холодно. Вот, и в связи с этим я недавно тут появился в гараже, у меня тут, ну если можно будет увидеть, 1,5 градуса жары в гараже, на улице пишет, что -4, но он у меня брешет, где-то градусов 7-8, так, наверное, есть, это точно, но он у меня немножко брехун. Вот, давнишний, как бы уставший этот. Ну, я уже знаю его погрешности, поэтому знаю. Если пишет -4, где-то -7, а то и 8, может быть. Ну, 1,5 градуса жары. Сейчас как бы ни клей, ни эту смывку клея не потышь. Вот, поэтому, ну, все. Могу сказать единственное, что он вот такой вот мягенький. Даже при 1 градусе жары в гараже он не стоит. Потому что есть клей, который берешь, а он как не знаю что. Ну вот, следующий момент. Это вот такие грибочки мне прислали. Вот. Вот такие вот грибы. Вот тут овальчик. В средней части гриба прорезь. Вот. На рукой, если так его шевелишь, пластик довольно жесткий. Не такой, допустим, эластичный, как если взять, допустим, вот эти грибы, да, его берешь, вот он чувствуется, любой из этих грибочков, вот, и вот чувствуется, что он, вот он гнется пальцем легко, вот. А здесь довольно жесткий пластик, довольно жесткий, вот, как бы я не знаю, это хорошо, плохо, опять же, при такой жаре в гараже, ну, нереально. Вторые грибочки в комплекте, 2 штучки, больше и меньше, вот такой вот формы.
Так понимаю, что для контов, для псов, ну и для всяких таких талюшек. У меня такой один аналогичный есть. Я его попробую найти. Где-то у меня здесь прячется. Вот завис, вот лежит и молчит. Бывает и так. Так. Где? Ага. Вон таким. А, может он у меня здесь? Все понятно. Он у меня вот где будет. Ну, вот он. Сейчас я его поближе поднесу. Я тут занимаюсь вот капотиком. Процентов на 70 я его сделал. И пока вот прерваться мне. Вот, это все град, это все продолжение. Вот, если посмотреть в сравнении, что-то аналогичное. Вот, просто, допустим, этот грибочек, он побольше. Вот, этот поменьше, этот еще немножко поменьше. Вот такие грибочки. Вот, таких у меня грибочков не было. Спасибо. Я так понимаю, что спасибо господину Селезневу, поскольку он там начальник. Вот. И благодаря ему мне выслали вот такие подарки. Но как вот звонила миловидная девушка, благодаря тому, что вот якобы я осветил, так сказать, лампу, ну, может быть, один из первых, мне выслали вот так еще один переходничок, который как бы улучшает. И углы увеличивает поворота ламп. Короче говоря, тут было в какой-то степени, может, несколько неудобно поворачивать лампочку на какие-то углы, может, скажем, я ей работал, ну, особо как бы большой проблемы в этом не увидел. Вот. Ну, вот такая доработочка у них есть, и мне прислали вот такую штучку, как бы потестить, и в работе я потом поработаю, буду ее снимать, смотреть ради интереса, куда поворачивается так, куда поворачивается так. Естественно, что при таком вот раскладе, но опять же, я, может, ошибаюсь, но я все-таки решил, что именно одна в другую вставляется. Тут никаких описалок не было, как говорится, догадайся сам. Я решил, что все-таки, наверное, так, чтобы увеличить, скажем, поворотов, увеличить их градус и так далее, чтобы лампа стала еще более мобильной, так сказать, на какие-то, может, там, задельные углы поворачиваться. Скажу честно, в принципе, мне этих углов хватало. Вот, я, правда, работал вот на горизонтали. Вот еще тут у нас недоделочки есть. Еще отмеченные, дефектованные, надо будет поправить. Ну, скажу так, в принципе, скажем, ничего страшного не было. Лампа все равно крутится, вертится в разные стороны. Хочешь, хоть влево, хоть вправо, хоть вверх, хоть вниз. Как бы он вывалится. Ну, может, кто-то любители экстремалы, скажем так. Я не любитель экстремалы издеваться над оборудование, приборами, у меня все как бы подолгу служит. Я стараюсь как бы беречь и щадить. Вот, к примеру, этот шуруповерт 2008 года. Он крымы-рымы медные тазики прошел. Точно так же и вот эта вот лампочка. Вот, уже аккумуляторы тут, так сказать, поубивались. Повыше. Это мне там одни ребята придарили полуживой, другие ребята дарили. Я их перебираю, беру элементы, перебираю и все. Потому что один вот такой элемент стоит, блин, дороже, чем я этот прибор вместе с чемоданом брал. Ну, я не об этом. Так что сказать, что прям был такой минус, что лампа там плохо или мало поворачивается, я бы не сказал. И не потому, что мне это подарили бесплатно, и я теперь бы считаю себя обязанным хвалить. Вот, допустим, вот этот узел, я скажу, что, ну, понятно, что не хотели, так сказать, массировку нарушать, но можно было как-то его, ну, в другое место, скажем так, убрать. Взять, допустим, сюда.
поставить, да? И подальше. И это бы разбалансировку как бы не увеличило. Ну, раз производители решили, значит, так правильно. Как говорится, кому не нравится, не ешьте. Вот она так. Так что вот, спасибо ребятам из СТА, вот, за новогодний подарок такой мне. Дальше буду тестить. Опять же, вот эту жижку я оставлю. Обязательно ее проверю. Вот, точно так же и клей я тест, но, допустим, брать издеваться над хорошей деталью, как бы делать на ней, там, вырывать, выдергивать, потом забивать и так далее, я не буду, сами понимаете, ну, я не настолько смелый, да, вот, поэтому, когда ходит, будет какая-то деталь, на которой можно, так сказать, потренироваться, поиздеваться, вот, и клей, и смывочка, я, опять же, сравню с тем, чем пользуюсь, это я показал, вот, живой водой вот такой я смываю, 90 сколько-то градусов, вот, и вот эти грибочки, по возможности, потестим, но, опять же, для этого нужен не вот такой живой обиль, а какой-то подопытный образец, и опять же скажу, что температура, вот, я только печечку зажег, был 1 градус, сейчас уже 8 тут, ну, это слишком мало. В гараже работать тогда 20 градусов, это минимально. Вот, почему? Потому что, ну, как бы, помещение должно войти в режим, и хотя бы 20 градусов должно быть в гараже или в помещении, где вы работаете, чтобы нормально работать. Почему? Ну, скажем так, чтобы технологии соблюдались. И, вот, ни на холоде, ни на жаре, знаете, работать неприятно. Ни людям, ни также материалам. У всех материалов есть свои плюсы и минусы. Допустим, вот. Есть клеи, которые там в жару работают хорошо. Естественно, что они не работают на холоде. И наоборот. Поэтому, как бы, вот так. Все, как бы, небольшой у меня перерывчик. Я тут буду натапливать. Я отсутствовал немножко по причине уважительной. Вот. И сейчас постараюсь все наверстать. Вот. Доделать машинку эту. Вот. 2-3-4 дня надо будет плавно вводить помещение в тепловой режим, потому что сколько ни топи, можно хоть кубометр дров вбить, все равно ты гараж не натопишь. Надо плавно-плавно натапливать. Вот. Так, потихоньку тут все греется. Вот. Так что еще вот такой кратенький обзор у меня был. Это по позициям. Ну и теперь следующая позиция — это покрытие. Вот, людям же интересно, я потом, наверное, дома сниму в каталоге, где эти крючки есть, как они называются, сколько стоят, так сказать, удовлетворить любопытство. Людям же интересно, значит, вот этот крючочек, начнем мы с крючка, который, вот он, вот такой китовый хвостик. Я его не стал пока разматывать, вот такая у него маркировка тут. Вот, значит, что у нас? Что у нас здесь? Толщина его будет где-то 3,6. Так, ширина 8. И ширина рабочей поверхности у нас получается 31,5. Ну, это на моем там. Поехали дальше. Длина. Вот она, длина. Где-то 70, порядка 72. Вот, и ручечка длина у него 13. Вот что касается этого крючка. Еще раз повторюсь, он вот так его берешь, он гнется, но возвращается назад. Насиловать я не буду, как я уже говорил, я не люблю ничего насиловать. Вот, значит, здесь что получается? Этот крючочек ножевидный у нас 86-87. Так,
Ручка, как мы видим, тут немножко потолще и на 14,5 подлиннее, да? Вот. Что тут? Ну, коротенький загиб у нас получается 5,5 где-то. И загиб получается где-то 14. Вот. Если кому надо, посчитайте, как говорится, сколько длина, сколько ширина. Диаметр ручечки, она с накаточкой, как мы видим, не скользила, ну не знаю, я не думаю. Значит, 25, здесь там у нас почти 20, 19,5, где-то так. Ну вот, собственно, наверное, и все, обзор вилки, так сказать, завершен. Вот, как бы рассказать нечего. Когда начну этими крючками поработать, я смогу сказать что-то определенное. Вот, сейчас же, естественно, только красивые, что надо сказать, приятно, что они не вот такие, как вот эти, а за ними надо ухаживать, потому что они ржавеют. Вот мы видим даже, я по нем провел, вот, и сразу рыжий налил. То есть его периодически надо протирать тряпочкой, смотри, в чем-нибудь таком жирненьком. А вот эти крючки мои самопальные, самодельные, то же самое. Вот, их не надо обслуживать. Вот. Опять, вот эти ручки Т-образные, вот как и много где вы увидите такие ручки Т-образные. Ну, там, где они целесообразны, конечно. Есть и вот такие. Вот, или там вот с наклоном с каким-то. Но Т-образная ручка мне нравится больше, вот, чем вот такая. Ну, опять, вкус и цвет товарища нет. Так что вот эти ручечки, по-моему, будут очень хороши. Крючочки легкие. Вешать я их не буду, они довольно-таки легкие. И, ну, вот еще покажу. Вот такая вот форма. Он идет на конус. Вот. И вот здесь ему окончание такая вот, как выборка отсюда. А здесь он ровненький. То есть здесь плоская, а здесь вот такая выборочка. Он как бы односторонний ножик, что ли. Вот зиборочка есть. Вот она. А здесь все плоско, ровно. Вот такой вот крючок. То есть с нижней части, вот как мы им пользуемся. Сверху он у нас ровненький. А снизу он у нас имеет вот такую вот... Ну-ка, наводись, наводись. Вот такую имеет грань. Вот. Конечно, жалко, что на сайте там то, из чего они сделаны, но было бы хотя бы интересно, потому что этот такой, вот, интересно бы пообщаться, что за сталь, как делают, как чего, но все это от нас сокрыто. Ну, еще раз, спасибо. Ребятам из ЦАТа за вот эту приблудочку, за пару вот таких крючочков. У меня именно таких нету, так что я думаю, что люди посмотрели, чего у меня не хватает, и не просто так подли. Это, я так понимаю, тоже этого у меня нету. Я тестил клей, вон турецкие. Вот. Ой-ой-ой. Хорошо, что не упало. Турецкие клеи тестил. Там немецкие, ну и вот так. Ну и за грибочки тоже. Спасибо большое. Как только у меня до этого дойдет, я обязательно сниму отдельное видео. Выложу на суд общественности. Еще раз всем спасибо. Пока. До новых встреч.